Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнем, я хочу показать комментарии ребят из прошлого видео. А находятся они, конечно же, в моем багажнике. Поэтому раз, два, три, это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня, как вы могли понять по названию ролика, я буду дарить эту Рено Логан своему подписчику. Я списался, получается, во ВКонтакте со своим подписчиком, который играет в МТА Провинцию, и мы договорились с ним встретиться, получается, в городе Приволжске. Поэтому, дорогие друзья, если захотите тоже, чтобы я вам подарил какую-нибудь из своих тачек, то обязательно тогда переходите по ссылочке в описании, заходите на МТА Провинцию, заходите на 7-й сервер, где играю я. И, конечно же, вводите мой промокод LichiTop. Чтобы его ввести, нужно нажать на буковку M, получается, на английскую. И вот тут откроется меню, и в реферальной системе нужно ввести вот сюда LichiTop. И ты обязательно получишь бонус, и, конечно же, сможешь забрать бабки и купить себе, там, к примеру, тачку. Поэтому заходи, будет очень интересно. Поэтому, дорогие друзья, как видите, это вот этот мой оперский Рено Логан, который я протюнил в прошлом ролике, вот такого вот вид имеющий, вот такая вот крутая тачка. Чела. И вот сейчас мы поедем к подписчику, будем с ним знакомиться, получается. И, конечно же, снимем веселый ролик. Поэтому обязательно ставьте лайк, смотрите видос до конца, в конце будет находиться кодовое слово, а также... Конечно же, досмотрел его до конца, потому что будет очень интересно. И с помощью кодового слова ты попадешь в следующий ролик. Но, ребят, есть одна проблема. Пока я ехал сюда, я чуть-чуть сыпанул свою тачку. И она имеет, конечно, не такой сильно презентабельный вид, но я думаю, что вместе с ним мы сейчас, получается, съездим, ее починим. Он уже, я ему отдам эту машину, мы вместе с ним поедем ее починим. Там какая-то драка, посмотрите, что там происходит. Ладно, поехали. Меня подписчик, получается, ждет на стоянке возле банка, и мы сейчас к нему подъедем. Жалко, конечно, что я ее сейчас разбил, но я не хочу тратить время, чтобы сейчас ее чинить, а то я, мало ли, он уйдет куда-нибудь или что-то такое. Поэтому мы как бы с ним договорились, получается, в 7 вечера встретиться, и как бы я вот договорился и хочу, получается, сдерживать свое слово. Вот, дорогие друзья, как видите, вот тут стоит мой подписчик, его зовут Томас, вот это его, получается, тачка. И вот мы к нему приехали, сейчас выйдем к нему, поздоровимся. Поэтому давайте сейчас поздоровимся. Томас, привет, дружище, как дела? Нормально. Чё, в общем-то, сегодня делал на провинции? Рассказывай. Я работаю. А где ты работаешь? Рассказывай. Я на стройке. Грузов дать перевожу. И я сколько у тебя получается заработать денег на стройке? Ну, 2 минуты 4 тысячи. А можешь заглушить двигатель, а то он сильно кряхтит? Это, получается, твоя старая машина, да, на которую ты ездишь? Да. Ну, блин, да, на самом деле тоже, кстати, тачка нормальная такая, все-таки Passat, он хоть бы старый. Так, а ну, не трогай мой багажник, это моя машина. Блин, вроде бы тачка и старая, но все-таки она прикольная. Passat CC, получается. А хотя нет, это, по-моему, обычный Passat. Ну, но я вижу, что она у тебя уже гремит, кряхтит, я вижу, что у тебя мотор просто закипел. Слушай, я знаю, что ты давно играешь в эту игру, получается, работаешь, что ты заработал только на эту машину. В общем, я хочу тебе сделать подарок, как бы сделать сюрприз, и хочу тебе подарить эту оперскую Рено Логан, на которой ты сможешь просто рассекать, хасанить по дорогам и делать просто нереальные вещи. Нифига себе. Да, кстати, просто я хочу сказать, что это просто оперская реально тачка, потому что я в нее вложил просто, я не знаю, где-то 1,5 миллиона, я купил одни из самых дорогих дисков за 300к, я их сделал их большие, получается, за тонировку у нее просто максимально, получается, обвес полностью, я ее посадил, получается, что я еще сделал дальше, так, тут полиция еще ездит, так, я сделал, получается, еще темненькую эту, ну, получается, все эти ради, ну, как эти называются, железячки сделал, да, антихром я сделал, все такое, да, че? Что за происходит? Кто это сигналит? И, в общем, вот такого вот я сделал прикол. А, это прикалывается чувак, да, наверное, на этот... на Мерси. Ну, ладно. Окей, пускай прикалывается. Но вот есть минус, то, что пока я ехал сюда, я немножечко ее цепанул, получается, нечаянно. Немножечко цепанул, и, получается, какой-то в меня чел въехал, и я разбил себе лобовое стекло и немножко треснул бампер. Но я думаю, в принципе, это будет не проблема. Сейчас починить, поэтому я сейчас, в принципе...
хочу тебе ее, ну, подарить, короче, сейчас сделаем обмен, и, наверное, вместе съездим, ты ее починишь и расскажешь впечатление об этой машине. Кстати, я хотел тебя спросить, а ты мой промокод ввел? Да, я вводил твой промокод. Да, так что, дорогие друзья, обязательно тоже вводите мой промокод, нажимайте на буковку М, и в реферальной системе, получается, вводите мой промокод LICHITOP, и вы за него получите крутой бонус. Поэтому давай тогда, в принципе, я тебе сейчас кину обмен, уже, получается, я сейчас продавать буду тебе ее за $1. Так, давай... Получается, вот так вводим сумму, $1. Ну и все, в принципе, принимай. Все, принял? Да, да. Отлично, отлично, отлично. Все, тогда садись, получается, за руль, я сяду рядом. И поехали до ближайшей автомастерской. Можешь, в принципе, сразу поставить метку куда-нибудь до нее, и мы поедем. На самом деле, блин, давай, все, метку поставил, поехали. Я знаю, угу, все, отлично. На самом деле, даже как-то не то чтобы грустно расставаться с тачкой, а знаете, как-то вот приятно дарить своим подписчикам вот такие вот крутые тачки, которые я сделал сам, получается, сделал крутой тюнинг. И вот, знаете, теперь вот прям приятно знать, что на этой тачке будет дальше ездить мой подписчик. И это на самом деле максимально прикольно и приятно. Так, ну мы, в принципе, все, тачку починили, только что приехали наши на монтажку. Все, все-таки теперь вот мы реально на нее можем посмотреть и понять, насколько она вот имеющая вид. Я не знаю, вот вообще, как тебе, получается, Томас, Рено Логан этот? Что ты по нему вообще скажешь? Да, кстати, тогда давай, в принципе, поедем на, получается, в Рео ГАИ. Сейчас оформим его на тебя и посмотрим, какие тебе номера выпадут. Поэтому давай, поехали, в принципе, и займемся уже ее оформлением на тебя. Потому что, как бы, я хочу, чтобы эта машина уже полностью была подписчика, чтобы никто не думал, что я ее дал, типа, и потом обратно ее возвращаю. Поэтому мы прямо сейчас будем ехать уже в Рео ГАИ и там уже заниматься оформлением. Потому что у машины у каждой должны быть, в принципе, номера. Потому что без номеров ездить нельзя на такой тачке. Потому что, ну, как знаете, могут остановить полиция, и у них будут лишние вопросы какие-то. Поэтому лучше ее сейчас прямо оформить. И, блин, я на самом деле рад, что реально я подписчик. Подписчику дарю такую тачку. И то, что вот реально он ездил столько в этой игре, столько играть в эту игру, и у него только Passat старый. Но теперь у него будет вот такая оперская Рено Логан, на которой он сможет хасанить просто и вытворять вообще какие-то крутые вещи. Ну все, в принципе, мы приехали в Рео ГАИ. Пошли, давай сейчас ее оформим и посмотрим, какие тебе номера выпадут. Так, тут какая-то кучка. Эй, воу-воу-воу, не дерите, слышите, алло, что происходит тут? Тут всегда такой криминал какой-то происходит. Я впервые в жизни вижу, что... Ты видел, что происходило? Просто бомж бьет троих чуваков. Офигеть. Так, ну, в принципе, все. Мы уже пришли, и сейчас будет, получается, Томас оформлять тачку. Ну, давай тогда, в принципе, покупай номера. Пока не говори, какие будут номера. Сейчас выйдем на улицу и посмотрим, что там вообще будет, выпадет. Так, 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 так. Ну, что, получилось? Да, все, все, побежали тогда на улицу. Сейчас посмотрим, что там у тебя за номера будут. Надеюсь, какие-нибудь прикольные. На самом деле, я не знаю. Но буду надеяться на что-то крутое. Пипец, тут просто пацан. Какая-то жесть просто, какая-то реально жесть. Я надеюсь, он нас не будет трогать. Так, ну посмотрим, 103 КРЕ. Ну, в принципе, нормально такие номера. В принципе, такое нормально. Поэтому я, ну, в принципе, рад. Ну, вообще, расскажи свои эмоции по поводу этой тачки. Как тебе вообще точило? Что происходит? Подождите, моё подписчика просто избил какой-то... Бомж, и меня тоже! Нет. Йо-йо-йо, погоди, погоди, погоди! Просто какая-то жизнь происходит! Тут бомжа сбила машина, бомж хочет меня убить, я не знаю, я боюсь. Надо валить, валить отсюда, валить! Просто тут реально какая-то жизнь происходит, моего подписчика просто избил бомж, и я не знаю, и меня сейчас хотел избить тоже, но я не знаю, это какая-то жесть. Канал Личи, просто Личи, и все. В общем, дорогие друзья, я не знаю, что сейчас происходило, я спрятался в машине, чтобы меня не испугал этот чувак, который просто сейчас всех тут бил, издевался над всеми. Я просто спрятался в машине от него и переждал, пока он идет. Мой подписчик, которому я подарил Рено Логан, он его, получается, устранил, он его побил и просто отправил в больницу. Я не знаю, что происходило, я надеюсь, мой подписчик выздоровеет, мы после этого с ним свяжемся, и он, конечно же, заберет свой Рено Логан, которая тут осталась просто стоять. Это, на самом деле, ребят, жесть, такого никогда не происходило в МТА провинции, я впервые такое вижу. Поэтому, дорогие друзья, обязательно... Если вы на этом канале впервые, обязательно подписывайтесь, тут будет очень интересно. Также пишите кодовое слово 21 век. Все те, кто напишет слово 21 век, обязательно попадут в мое следующее видео. Но если ты захочешь поиграть со мной в МТА провинцию, переходи по ссылочке в описании, качай ее обязательно. Заходи на 7-й сервер, где играю я. Ну а также вводи мой промокод LICHITOP, с помощью которого ты сможешь получить 150 тысяч рублей на свой аккаунт. Ну а на этом все. С вами, как всегда, был я, ваш любимый Личи. И всем до скорых встреч!